Всем привет! Лада Гранта, лифтбэк и исполнение клаб. Смотрите, как смотрится классно. Вот синий цвет и черные зеркала. Вот тут, да, согласен, вот эти зеркала, они как раз получились в тему. Как обычно, давайте почитаем, что из себя представляет, что предлагают, и продолжим. Лада Гранта лифтбэк, исполнение клаб, 1,6 литра, 8 клапанов, 87 лошадиных сил, 5-ступенчатая механика. Так, смотрим. Здесь из допа пошли антикор, защита двигателя, магнитола плюс 2 динамика, камера заднего вида, ковровый салон плюс багажник. И в итоге цена машины с доплатой за цвет уже 632 900 рублей. Такая вот дерзкая гранта в кузове лифтбэк. Классно, вот черные зеркала прям четко зашли, и синий этот кузов. Классно. Тут смотрите, как у нас ниша не глубокая, все это выдувается, снег чистится легко, листья, видите, у нас форсунки спрятаны, где брызгалки эти, красота. Легкая тонировка. Гранта, видимо, видите, здесь шильди клап. Давайте посмотрим, что здесь. Камера заднего вида, подсветка номера и кнопка открытия багажника. Вот так открывается, видите, высоко крышка. И обратите внимание, вот она огромная, да, и вся крышка, вот практически все в пластике. Вот могут же, красота. Тут у нас хоть так, хоть вот так можно тянуть. А тут уже лямки, видите, нет. Хотя она также крепится, но здесь уже такой лямочки нет. Ну, что делать. Полочка поднимается вместе с крышкой. И смотрите, какой у нас здесь трюм практически, да, огромный багажник. Подсветка имеется здесь, как крючок, здесь тоже крючок. Ну и что тут нам предложат? Давайте посмотрим. Я так понимаю, здесь будет докатка. Ну да, белшина. Ну видите, здесь полик, он как бы не из ДВПшки. Вот. Но зато он не сломается. Нормально. Закрываем, слушаем. Отлично, тихонечко все закрылось. Конечно, конечно, обидно, что была задумка сделать гранту как бы вообще бюджетной, да? А за эти 8 лет, сколько она уже вот производится, столько было этих перетрубаций. Кстати, давайте мы в салоне пройдем и про эти перетрубации поговорим. То есть она с самого начала уже должна была сколько-то стоить, там 200 с чем-то, да? Потом же получилось, что там сразу же встал вопрос о том, чтобы сиденья были эти изофикс, и, по-моему, что-то из-за подушек безопасности тоже пошел за сырбор, нужно было ставить. Сразу цена увеличилась, по-моему, сразу на 20 тысяч рублей. Здесь у нас электростеклоподъемники, небольшая ниша, такая тручка, и стоит динамик. Лифта сиденья у нас здесь нету. Давайте мы присядем. Так вот, получается, что в 2011 году, по-моему, да, начали эту гранту производить. Вот. И потом получается, что только-только прошел, по-моему, год, и уже вот в 2012 году уж в августе вступили в ВТО, и в сентябре уже опустили пошлины на ввозимые иномарки, а в октябре уже того же года, 2012, да, ввели уже этот утильсбор. Вот естественно, что Евросоюз как бы начал, ну, возмущаться, мол, типа, почему так, давайте и на свои машины вводите этот утильсбор и так далее. И, в общем, год они бодались. В итоге с 1 января 2014 года уже ввели утильсбор и на машины, производимые в России. Вот и все. И, соответственно, с тех пор, плюс доллар же у нас вырос в 2 раза, соответственно, с тех пор еще несколько раз повышался утильсбор, к сожалению. Вот и цены даже на такие тачки бюджетные, а тоже они поднимались. Видите, как здесь подсветка. У нас еще вот такой вот разъем USB имеется. Аварийка. Ну и вот, смотрите, как здесь огромная такая башка. Сейчас все отключено. Приборка. Вот если вот такую руль поставить в новую Лада 4.4, как вам? Видите, здесь уже и airbag есть. Пойдет такой руль? Как считаете?
электрорегулировки зеркал, работа со светом. Что тут? Ну, тут карточки типа крепить свет. И здесь у нас зеркало есть без шторки. Раз, два, три. Три ручки. И тут еще в каждой практически такой, вернее, это, ну да, такой крючок импровизированный типа вешалки. Что здесь у нас есть? Кондиционер. Подогрев лобового стекла. Не знаю, видно или не видно. Но заднее понятно. Воздух горячий-холодный. Скорость работы вентилятора и различные зоны обдува. Тут у нас имеется розетка, подогрев передних сидений, глубокие подстаканники, механика пятиступка. Ну и тут вот такой ручник, хорошие боковые упоры. Вот видите, вышито клап. Ну вот такая вот тачка. И вот этими барашками мы регулируем угол наклона спинки. Конечно, 632 тысячи вот сейчас за эту просят. Ну, правда, здесь, я так понимаю, 1050, наверное, да? Может, чуть поменьше допов. Где-то 508. А, сейчас я посмотрю. Вот столько стоит машина без допов, вот это. Давайте под себя отрегулируем руль. Так, нормально. Сидушку. Вот так вот, нормально. Идемте, посмотрим, что сзади предлагает. Конечно, то, что допов уже здесь понаставили, уже и снимать никто не будет. Но на машины 2019 года сейчас есть 15% скидка. Так что, если кого интересует, приходите. Скидка будет в любом случае. Здесь у нас ручные регулировочки. Глянцевая ручка. Ну и такой небольшой подлокотник. Здесь почему-то только один карман. Ну вот я сел сам за собой, вот если так не сильно, ну, разваливаться, то тут еще практически вот с ладошкой место есть, ну даже, наверное, полторы. Сиденье. Да, в принципе, нормально. Вот угол наклона сидушки классно, мне нравится. И тут, обратите внимание, я думаю, почему мне так удобно сидеть было, а тут просто подголовник, видите, его подняли. Вот. А так-то, да, тоже вот сидишь, и вот этот вот подголовник, если его не поднять, он прямо в лопатки упирается. Места над головой достаточно. Ну и тут у нас, видите, как в полуседании нет плафончика. Вот. Гранты, если я правильно помню, сейчас еще и есть с роботом. То есть на Вестах робот убрали. А теперь Весты идут только с вариатором. А гранты еще можно и купить с роботом. Парни говорят, что машина, естественно, легче, чем Веста, и с роботом вполне она нормально едет. Такая вот тачка. Так сейчас многие прозрели: эх, надо было брать Весту с роботом. Ну вот как-то так. Пока такое предвзятое отношение к вариатору, но или просто еще народ не распробовал. То есть для города, как многие говорят, что тачка с вариатором вполне Веста нормальная. Такой у нас мощный задок, да? Ну как-то вот смотришь камеру, она все равно как-то не так передает такой прям цвет. Или может это классно так подобрали они. Конечно, смотрится в этом цвете машина изумительно. Небольшой лючок. Ну, опять же, пишут, что вот типа гранта самая продаваемая. Правильно, потому что, видите, была же гранта, была калина, да? Но теперь все под одну гребенку прочесали, морду везде сделали одинаковую. И теперь и гранта, и калина все равно гранта. Поэтому кузов теперь, видите, и седан есть, и лифтбэк, и универсал, и еще есть хэтч. Поэтому вот все вкупе в целом. И дают вот такие продажи, как бы по грантам. Ну вот такие машины. Красивая тачка. Как всегда, пишите, комментируйте, как вам машина, как вам цена. Давайте еще раз посмотрим цену. Вот такая цена. Это, напомню, с допами. Вот отсюда у нас допы идут. Это вот с допами. А вот цена без допов. Пишите, комментируйте.
Всем пока, счастливо.